Катюш, у меня для тебя есть подарок. Надо же. А я думала, ты не вспомнишь. Ты что? Как я могла забыть про дверь моей лучшей подруги? Я целый месяц только об этом и думаю. Ладно, давай сюда. Подожди. Я хочу пожелать тебе самого лучшего. Пусть исполняются все твои мечты. С праздником. Духи из Евы? Серьезно? Это не все, там еще смотри. Уходовая косметика и маски. Спасибо, лучшего я и не ожидала. Тебе не понравилось? Я месяц деньги на подарок откладывала. Ну, могла бы у меня спросить, что я хочу. Извини, я просто хотела сделать сюрприз. Девочки мои дорогие, а вам-то Дедушка Мороз подарки принес. Для Вики у нас сережки золотые. Ой, моя ты красавица. Юля, а тебе вот. Носки и резинки для волос. Ну опять тебе что-то не нравится. Вики, сережки, а мне носки. Ну здорово, мам. Не завидуй сестре. Она младше. Нужно уступать вообще-то. Угу. Но это еще не все новости. Мы с отцом решили квартиру нашу разменять и купить две поменьше. В этой мы с ним останемся, а в ту Вика наша переедет. Ей на учебу так будет ближе добираться. Мам, а я где останусь? Я же тоже еще учусь. А ты, дорогая моя, могла бы уже кого-нибудь найти себе, выйти замуж и съехать. В 19 лет? Ну так а Вика вообще-то тебя младше на 2 года. Кто о ней позаботится? Не думаю, что через 2 года ты скажешь ей съезжать. Не умничай. Хочешь свою квартиру? Иди заработай и живи. А почему мне на собрании твоя классная сказала, что ты съехала по физике и геометрии? Мам, да почему сразу съехала? Ну, 4 стали появляться. Но 5 тоже есть. Да ты что? А медаль в следующем году тебе уже не нужна? Я не слышу. Ну а что она даст мне? Не хочу я ни с кем соревноваться. Да и прыгать выше головы. Закончу хорошисткой, зато нервы целею. Ах, вот ты как заговорила. Решила себя пожалеть? А я почему-то себя не жалела, когда с тобой уроки часами делала. С работы приползала на четвереньках и сидела до самой ночи, чтобы у тебя медаль была. А она, оказывается, тебе уже и не нужна. Господи, ну что ты ко мне пристала? Но мне иногда кажется, что она тебе нужна больше, чем мне. Ах ты гадость какая. Вот она твоя благодарность, да? А как ты бабушке будешь в глаза смотреть? А тете Нине? Когда они узнают, что ты без отличия школу закончила. А разве я для них учусь? Или любовь можно заслужить только золотой медалью? А ты ничего не заслужила. Ни любви, вообще ничего. Я свою жизнь на тебя положила, а ты плюешь в ответ. Алло, ну что вы там, Таню в школу собираете? Да, мам, мы на следующей неделе на ярмарку поедем. Портфель посмотрим и форму спортивную. Портфель не надо, я купила уже. Купила уже? Да, обычно говорят спасибо. Я из кожи вон лезу, чтобы ребенка к школе собрать. Никакой благодарности. Спасибо, она просто хотела портфель с Барби из новой коллекции. Да ты что? Слушай, раз такое дело, я, наверное, вообще в следующий раз покупать ничего не буду. Почему ты просто не поинтересовалась у Тани, что она хочет? Ну, выбрали бы вместе. Она у нас что, премьер-министр? Или уже советник депутата, что я еще интересоваться должна? Вырастет, заработает, пусть покупает, что хочет. А пока надо приучать, что родители будут решать, с чем она пойдет в школу, а не потакать ее хотелкам. Мам, давай мы, наверное, в этот раз сами портфель купим. Ну а твой на следующий год оставим. Значит, больше от меня ни на какие подарки не рассчитывай, ни на какой праздник. Посмотри. А что это у вас за коробка стоит посреди квартиры? Это детский набор. Там игрушечная кухня, плита, духовка, даже стиралка есть. В общем, все как у взрослых. Вы кому-то на подарок заказали, не пойму. Почему на подарок? Это ж мы Андрюше вчера купили. Ты серьезно? Вы моему внуку девчачий набор купили? Ты кого из него растишь? Подкаблучника? Или он? Голубого. В каком смысле? Только девочки, что ли, должны знать, как кастрюлю на плиту ставить? Конечно. Не надо его с детства приучать к женским обязанностям. Ты ему еще вон платье дай или губы накрась. Мам. Если мой сын хочет играть в кухню, то пожалуйста. Может быть, он поваром вырастет или кондитером. Тем более, он сам выбрал для себя такой подарок. Ну вот я и говорю об этом. В платье его еще пойди наряди. Мам, да при чем тут платье? Игрушки не имеют гендера, точно так же, как и твое платье. А когда он тебе в 16 лет мальчика приведет знакомиться, ты что на это скажешь? Ну и что? Я приму его выбор, мам. И уж точно не буду гнобить и выгонять из дома.
Мало тебя отец в детстве лупил. Не всю дурь из башки с твоей бестолковой выбил. Тань, я смотрю, что-то ты не загорела. Зачем, спрашивается, на море ездила, раз белая, как сметана? Могла бы и дома сидеть. А ты что, завидуешь, что ты в этом году никуда не поехала? Ой, было б чему завидовать. Тоже мне Черное море. Если б ты в Турцию поехала, ну или в Египет, тогда ладно. Я ж понимаю, что ты столько не зарабатываешь. Ну, главное, что меня Черное море устраивает. Ну, а отель как тебе? 3 звезды хоть есть? Хороший отель, я бы еще поехала. Ну, понятно, что-то ты фотки со спа не выкладывала, завтраки в номер не приносили. Значит, отдохнула так себе, только комаров покормила. Зато ты выкладывала фотки со ставков каждые выходные с пивом и таранкой. Это, наверное, лучший отдых. Ну, вообще-то, это другое. А, ну точно. Кать, ты можешь музыку в наушниках потише сделать уже наконец-то? Весь класс слушает. Вообще-то урок идет. Ты же через ряд от меня сидишь. Как ты слышишь? Так, я не поняла. Что за шум? Опять задние парты? Материться не обязательно. Мы вообще-то в приличном обществе. Не, ну ты посмотри на них. Девочки, окна по технике безопасности должны быть закрыты. Серьезно? Плюс 30. Вот именно. Я не хочу заболеть. Закрывайте, давайте. Извините, здесь 8Б. Да. Физичка просила тетрадь передать. Есть у вас Таня Лукина? Я Лукина! Так, Таня, давай вот только не лети, пожалуйста. Ничего не посмотрим, как обычно. Вон, перед носом у тебя, глянь, какая блузка. Красивая, но молодежная. Мам, да мне не нравится, пошли. Не, ну а что значит мне не нравится? Ну ты примери сначала. Никто же тебя не заставляет покупать. Мам, ну я хотела черную пайту, а не это. Да прям черную. Это что, у тебя траур какой-то или что? Ну пока молодая, ну подоси ты, яркая, красивая. Ну, девушка, здравствуйте. Будет такое на нашу девочку блузочка? Ну, конечно, есть. Заходи, у меня платьишек полно. Молодежка, костюмы. А производство это чье? Кто шьет? Ну так, Турция, конечно. Сейчас все таки ходят. Качество отпад. У меня у самой дочка 2 года такую носит и племянница. В какую цену отдадите? Ну, вообще 1000. Ну, вы проходите, я вам еще немножко уступлю. Ну, чего ты стал? Ну, иди померяй. Ну, никто же не заставляет покупать. Ну, мам. Жень, давай не выделывайся. Мы сюда что, покрасоваться пришли? Так, на картонку становись. Я тебя сейчас закрою. Ну, красавица. Ну, прям как на тебя шили. Красота. Скажите, мама. Ну, а я что говорила? Давайте, давайте. Берем. Мам, подожди, мне она не нравится. Ой, да ты сама не знаешь, что ты хочешь. Таня, а что ты опять купила? Ну что это такое? Лосось обычный, ты что, не видишь? И сыр плавленый на хлеб намазывать. А не сильно ты шикуешь, нет? Или деньги деть больше некуда? Той же докторской колбасы можно взять. Бутерброды ничем не отличаются. Ну я что-то тебя не понимаю. Я работаю, ты работаешь. Мы что, не можем позволить себе пару кусочков рыбы? Мне вот это транжирство не нравится. Надо чуть-чуть экономнее жить, да? Вот лосось – это не жизненная необходимость, я считаю. Саш, в кино уже вовсю новогодние фильмы крутят. Может быть, сходим на какую-нибудь премьеру? Слушай, ты не обижайся, но у тебя финансовой грамотности 0. Это же выкачка денег натуральная. Ну ты пошевели мозгами. Зачем переплачивать, если дома можно посмотреть все то же самое? Ну я так и поняла. Здравствуйте, готовы сделать заказ? Я вас слушаю. Хэппи Мил с собой. У меня ребенку 7 лет. Хорошо. Какую игрушку в подарок желаете? Есть машинка, браслеты, пазлы. Господи, вы что, издеваетесь? Нормальных игрушек нет? К сожалению, это все игрушки в ассортименте. Ладно, давайте машинку. И крылышки в набор положите еще. Как скажете. Крылышки я посчитаю сейчас вам отдельно. Не надо тогда. Я так понимаю, скидок нет в вашем заведении? Нет. Только специальные предложения. Все понятно. Мне неинтересно. Идите, давайте заказ наш собирать. И газировку не забудьте подогреть. Подогреть газированный напиток. Я правильно понимаю? Я что, непонятно сказала? Мне для ребенка. Я поняла. Вот ваш заказ.
Блин, девочки, а ни у кого нет зарядки на iPhone с собой? Ты специально уточнила, что на iPhone, чтоб тебе лишний раз позавидовали? Нет, Кать, просто с других телефонов на мой шнурок не подойдет. Да, конечно, а то я не знаю. Что ты не знаешь? Девочки, все, хватит. Таня, у меня есть зарядка. На. Спасибо. Да я просто не понимаю прикола в этих ваших айфонах. Деньжишь столько тратить. Ну так не трать, если не хочешь. Да я и не собираюсь. Просто всяких дурочек жалко, которые на это ведутся. Так, ну ничего нормального нет. Ладно, пошли еще посмотрим. Мам, подожди. Я хочу померить вот эти кроссы. Какие кроссы? Мы за босоножками пришли, а не за вот этими говнодавами. В смысле за босоножками? Мы пришли сюда за летней обувью. Ты сказала, что я сама смогу выбрать. Не, ну так ты и выбирай что-нибудь нормальное, женственное, на каблучке, может быть, на каком-нибудь, с бляшечкой. Я не буду такое носить, я хочу удобные кроссовки. Мало ли, что ты хочешь. Ты смотри, я тебе этот черный ужас покупать не собираюсь. Ты все-таки девочка, а не пацан какой-то с улицы. Не обязательно черные, можно выбрать другой цвет. Все, давай, не смеши меня, не нарывайся лучше на скандал, ну. Здравствуйте. Подскажите нам что-нибудь на девочку, вот типа такого, только на каблучке небольшом.